Двойной аксель, тройной тулуп потерян. Для исполнения произвольной программы. Много баллов не досчитался именно на прыжках. Кевин Ван дер Перен. Еще вчера Кевин катался последним в этом списке, а сейчас он, как вы видите, одним из первых выступает. Очень неудачно вчера выступил, занял 7-е место. Произвольная программа – это «Пираты Карибского моря».
Ну что ж, Кевин Ван дер Перен, в принципе, неплох. Неплох сегодня. Правда, когда он прыгнул в начале двойной аксель вместо тройного, я как-то заволновался, что сейчас он опять будет ковыряться, как в короткой программе или как в некоторых своих произвольных. Но он собрался и пошел вперед с прыжками. Более-менее ситуацию вытягивал. Здесь, конечно, не идет речь о том, что одна единственная ошибка нам испортит настроение. Нет. Здесь их было несколько, безусловно, но в общем и целом впечатление было благоприятное. Он пытался раскрасить эту программу. Вот он, этот аксель неудачный, переживающая его прекрасная супруга Дженна МакКоркл, с которой они вместе катаются по всем этапам, почти что без тренера. Так вот, саму программу на тему «Пиратов Карибского моря» он раскрасил различными эмоциями, безусловно, показывал и как он пьет, и как его после этого тошнит. Прекрасный набор для Олимпийских игр, я считаю, артистический. Но в общей сложности все равно программа была скомпонована таким образом, что это некий набор этюдов и набор прыжков. Но, к сожалению, не выстроенная целиком программа. Нет, если бы он не был бы Кевином Ван дер Переном, если бы он не был двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, я бы, конечно, с гораздо большим энтузиазмом отнесся бы к этой программе. Но положение обязывает. Поэтому тяжело все делать самим. Ну и вот так вот быстро.